Георгий учится в филиале Сочинского госуниверситета. За плечами 3 года волонтерской работы. Поэтому, когда предложили заполнить анкету, он, не задумываясь, согласился. Участник фестиваля интересуется видеоблогами и хочет пообщаться со сверстниками на эту и другие актуальные темы из области современных коммуникаций. Его кандидатуру отбирали сначала на городском уровне, потом на краевом и федеральном. Я задумался, я прозванивал, спрашивал, как там мои дела. Конечно, волновался. Что такую возможность упускать очень не хотелось бы. Конечно, я согласился с удовольствием. Когда мне позвонили несколько дней назад, спросили, поеду ли я сказал с удовольствием. Анапу на фестивале будут представлять 9 участников. Как рассказали в муниципальном молодежном центре 21 век, уже в эту субботу они поедут сначала в Краснодар, где будет общекраевой сбор, а затем уже вместе на скоростном электропоезде до Адлера. Участники будут жить в парке Олимпийский, передвигаться пешком и на велосипедах. В программе кинофестиваль, театральные представления и мастер-классы, спортивные состязания. Каждый будет волен выбирать занятия по вкусу. Это будет очень интересно. Я думаю, каждый участник, который едет туда, он хочет найти единомышленников, ребят, с которыми он сможет пообщаться, провести дискуссии какие-то. Мне хочется побывать на именно таком вот мероприятии, на культурном, которое будет общедосуговое, каждый день проходить. Каждый день будут проходить и рассказывать будут о каждом континенте. Первый день это будет США, второй – это Европа, Ближний Восток, Азия. И мне вот хочется побывать на всех этих мероприятиях, именно на этих лекциях, и узнать побольше о нашей земле. Дарина Жеребцова 3 года преподает историю обществознания в школе села Супсех. Учится в магистратуре. Участник форума «Таврида», который прошел в этом году. От его организаторов она и узнала о фестивале. Когда писали цель участия, я написала всего одно слово – саморазвитие. Но, во всей видимости, это оказалось достаточным. Была анонсирована программа, что будет встреча с Фредериком Бекбедером и Владимиром Мединским. Очень хочется туда попасть. Я понимаю, что это не моя образовательная программа, но я надеюсь, что это будет возможно. Потому что я книгами Бекбедера я зачитывалась как бы и раньше, и сейчас они мне очень нравятся. А встреча с министром культуры – это, мне кажется, интересно для любого человека, который увлекается культурной жизнью. Как рассказали делегаты, одна из задач – рассказать сверстникам об Анапе, месте, где можно отдохнуть и узнать немало нового и интересного.